Всем привет! С наступлением осени все больше времени хочется проводить в тепле дома за приготовлением вкусных блюд. Есть изобретение для хозяек, которое поможет приготовить все варианты блюд, от мясных до кондитерских. Это кухонный комбайн. Кухонный комбайн – прибор, объединяющий в зависимости от комплектации функции нескольких устройств – мясорубки, миксера, блендера, соковыжималки. Часто комплектуется дополнительными насадками для нарезки шинковки. Комплектация комбайна всегда итоговая, добавить радикально новые функции нельзя. Мощность в среднем до 1300 Вт. Скоростей немного. Базово блендер в кухонном комбайне предназначен только для легкого смешивания – коктейли, смузи, пюре из мягких продуктов. Если вы хотите использовать его для измельчения твердых продуктов, присматривайте приборы с наличием универсального ножа – двухлопастных, остро заточенных лезвий. На сайте Wildberries кухонный комбайн Zygmunt Einstein с мясорубкой сейчас можно приобрести за 11 613 рублей. Его прежняя цена – 22 843 рубля. Есть выбор цвета. В наличии красный, черный и серый комбайны. Многофункциональный кухонный комбайн имеет чашу из нержавеющей стали, 6 скоростей, планетарный миксер с несколькими насадками. Для замешивания теста, венчик и фирменная лопатка подойдет для смешивания всех видов теста и любых ингредиентов. Мясорубка позволит не только перекрутить фарш, но и создать колбасные изделия, даже кебби. А мощный блендер поможет измельчить и взбить разные ингредиенты или приготовить отличный коктейль. Прорезиненные ножки надежно фиксируют кухонную технику на месте и препятствуют соскальзыванию даже при самых тяжелых нагрузках. А система автоматического выключения при перегреве обеспечивает безопасное использование и долгий срок эксплуатации. На сайте Озон кухонный комбайн с мясорубкой продается за 13 008 рублей. Раньше он стоил 27 705 рублей. Цвет серебристый, блокировка наклона, планетарный принцип перемешивания. Удобный рычаг для подъема ручной головки, плавное регулирование скоростей. Чаша из нержавеющей стали рассчитана на 4,5 литра. Прорезиненные ножки надежно фиксируют комбайн на столе. Насадки для миксера, венчик, крюк для теста, плоский битер. На сайте Яндекс.Маркет кухонный комбайн с мясорубкой Hyundai предлагают со скидкой в 2% за 10 770 рублей. В комплект входит мясорубка, блендер, две насадки для теста и для взбивания. Чаши выполнены из нержавеющей стали, ее объем 5 литров. Есть защита от перегрузки, импульсный режим, планетарное движение, реверс. На сайте CityLink кухонный комбайн с мясорубкой Клатроник сейчас можно приобрести за 27 300 рублей. Цвет темно-серый, мощность 1200 Вт, 10 скоростей, есть импульсный режим, насадки для взбивания, для теста. Основная чаша имеет емкость 6,2 литра, изготовлена из нержавеющей стали, чаша блендера 1,5 литра, материал стекло. На сайте DNS кухонный комбайн Bosch продается со скидкой за 14 799 рублей. Цвет серебристый, мощность 600 Вт. Чаша 3,9 литра. Материал чаши металл. Соковыжималка для цитрусовых, мясорубка, блендер, терка. 4 скорости. Мясорубка в комбайнах и машинах может быть двух видов – классическая и шнековая. Первая перетирает продукты, вторая делает привычный фарш. В комплекте мясорубки обычно есть диски для колбас, кебби, фарша разной фракции, толкатель. Насадки для комбайна – это, как правило, различные диски для шинковки соломкой, для нарезки кубиками, брусочками, ломтиками, для картофеля фри. Насадки для миксера – стандартный набор для миксера. Венчики для взбивания, крюки для вымешивания густого теста и лопатки для перемешивания. Пригождаются для соусов, муссов и других гладких текстур. Универсальный нож – классические ножи-измельчители, которые перемалывают продукты в чаше комбайна или дополнительного стационарного блендера. Это был шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!